Денис Викторович, довольны последним матчем перед длительной паузой? Ну, конечно, доволен. Хороший результат. Ну, неплохое качество игры, особенно в первом тайме и во втором, в начале. Интересные голы, интересные комбинации. В принципе, доволен. А то, что 4 мяча забили разные футболисты, говорит о том, что у нас цельная команда, ровная команда, где каждый знает свое дело? Ну, полностью с вами согласен. Каждый может взять на себя ответственность, исполнить, если надо. Мы видим красивый футбол, мы видим много разгромных побед, особенно дома, но при этом турнирная таблица, 5-я строчка, да, наверное, не то, на что мы рассчитывали. Какой вывод делаем из этой части сезона? Ну, вывод один, то, что надо еще больше работать, прибавлять в каждом компоненте игры. Над этим, наверное, поработаем в эту паузу. Знаю, что вы как тренер не очень любите говорить по персоналям, но все же чей отдельный прогресс могли бы отметить? Ну, я согласен с вами, но я думаю, что в целом всех ребят, которые выходили и на замену выходили, не хотелось кого-то выделять, но прогресс всей команды. И в команде как бы все участвуют, все прибавляют. Может быть, напоследок какое-то пожелание и своим футболистам, и болельщикам? Ну, болельщикам одно пожелание – приходить на футбол, верить в команду, самое главное. Переживать, болеть, поддерживать обязательно. Но от нас как бы все остальное зависит. Как мы будем выглядеть, как мы будем играть, как мы будем их радовать красивыми победами, красивыми комбинациями, голами.